Всем привет! Сегодня я, ваш любимый, господи, даже не знаю, телеведущий, просто друг Герман Колобоза. И с вами ваше любимое шоу Герасим Шоу. Мне очень давно не было, делал стримы, делал то все, но сегодня я думал представить вам очень крутую штучку, которую я заказал с Алиэкспресса. Это Бинтек проектор. Вот такая у меня штучка. Вот. И мы сегодня делаем распаковочку, посмотрим, что эта штука умеет. Она вообще стоит 40 тысяч рублей. Но я купил ее подешевле. Вы понимаете, о чем. Вот. И сегодня мы посмотрим. Сейчас я камеру поставлю. Чтобы все было нормально. Все. Идеально. Так. Тут у меня просто экранчик, чтобы я видел, что тут. Давайте сперва откроем. Коробочка, получается, выглядит очень такая массистая такая, прям думаешь, проектор там такой пиздец. Ну нет, так, открываем. Тут вот такие, прям это, вот он, классный, уже потом посмотрим его, положим сюда его. Так, кожаненькая, мягенькая штучка, кладем сюда. Инструкция, как что, как. Так, смотрим, о господи, как это открывать, не знаю. Надо проверить все. Так, я так делаю. Вот так. Вот, все, в коробочке больше ничего нет. Ну, такие штучки. Посмотрим огромную. Люблю огромную штуку. Открываем. Смотрим, что там есть. Тут у нас с вами NGMI провод. Это самая важная вещь, которая вообще есть. Есть провод зарядки. Положим сюда. Дальше у нас есть... это я даже не знаю, что это. Я первый раз такой провод в жизни вижу. VW1. Я такой провод первый раз вижу. Никогда не сталкивался. И штатив. Класс. Штатив. Классный. В этой коробочке больше ничего нету. Смотрим штатив. Очень классный штатив. Закручивается. Он очень классно. Регулировка. Очень какой-то жесткий. Надо его немножко это. Видно новый, потому что не очень. Так, ножки очень крепко держатся. Вот. Прям очень хорошо держатся. Прям хороший штатив. Прям приятно. Это штатив. Но очень... Вот эта станция очень... Тяжело откручиваться. А, ну, потому что она была зажата, потому что... Вот так. Так, посмотрим, что у нас в маленькой коробочке. Так, маленькой коробочке у нас, видимо, пульт. Да, вот наш пульт. Вот так пульт выглядит. Вот. Вот такой пульт. Мышка. Он имеет, видно, еще такую функцию, как у Samsung, когда вводить можно. Очень прикольно. Так, ладненько, посмотрим, так, так, все, пусто, коробочку откидываем вот сюда. Так, смотрим, переходим к самому важному, проектор. Проектор выглядит как вот мой телефон, F7, вот так он выглядит, он даже больше, в два раза получается, плюс-минус. По весу, ну, блин, знаете, как iPhone 10 или какой там 11 Pro, вот X Pro или какой там самый последний iPhone, который сейчас называется, здесь я не помню, как он там называется. Так, господи, то, чтобы порвать это все, надо мне порвем немножко. Надо проверить его функцию. Так, открываем, смотрим. Так, здесь на нижней панели у нас логотип, как вы видите, поближе сделаю, логотип, написано сколько вот, для штатива дырка, дальше, тут у нас динамик, смотрите, что имеет этот проектор, у него есть, он на гугле, он на андроиде, вот, у него есть, он как телевизор, маленький мини-телевизор, вы можете подключать сюда что угодно, что захотите, компьютер, фотки, что угодно. Вот, аж так, тут у нас динамик есть, тут у нас получается, блин, вентиляция, чтобы он не нагревался, сама проектная камера, дальше фокусировка, дальше у нас сзади у нас происходит
TF это эти CD-шки, ну не CD-шки, но CD-карты, которые мы в телефон вставляем. Дальше USB, зарядка, наушники, AUX и HDMI провод. Вот так, ну вот так у нас дела постоят. Давайте посмотрим, что вообще эта машинка знает. Почему я начал этот обзор? Потому что очень много непонятных вещей. Вот. Очень много есть проекторов, которые можно было купить дешевле, не за 13 тысяч, ну, сейчас стоит 35, ну, может, это была оманка, может, нет, но приятно, но прелесть. Вот, давайте посмотрим, что он умеет. Надо пойти в комнату, где у меня темное освещение. Вот так, ладненько. Так, переходим мы в другую комнату. Все настроил, включил, и у нас получается вот такая картинка. Сейчас проверим, работает ли пульт. Так, проблема в том, что в пульте нету батареек, видимо. Да, пойду их... нашел батарейки, вот, и запустил по... Покликал, и он завис. Он нахуй просто завис. Потом я его перезапустил. Когда назов, вот такая картинка у нас. Вот. Дальше можем листать в Google. Пока нихуя ничего не понятно. Вот, давайте зайдем на ютубчик. Ютуб это... подключиться к Wi-Fi. Окей. Подключаемся к Wi-Fi. Бля, он есть на Android. Типа, бля, заебись. Заебись, подключаемся. Так. Бля, это потом. Ну, в конце концов, я все настроил. В приложении YouTube я заебался, потому что там надо очень много вводить своих данных, и он просто так не заходит. Надо иметь, типа, Google аккаунт. Вот, я, типа, зашел через Chrome, научился управлять пультом. Вот, и если подумать, то качество немножко такое, потому что у меня еще не белые обои, и немножко эти белые обои немножко мешают. Но если просто посидеть с друзьями, посмотреть фильм какой-нибудь, вот, я включил наш стрим, то классно, типа, в проекторе есть колонка, она, можно сказать, не громкая, но типа сойдет для того, чтобы просто брать с собой и просто если вы рядом сидите там, то нормально вот так сидеть прям и звук пишется, ну, ты слышишь звук. Вот, что еще сказать, очень много чего есть многого, вот, сейчас попробую и телефон подключить, посмотреть, что с этим будет, что можно будет через это делать. Вот, но качество чуть-чуть хромает, ну потому что обои, может быть. Вот, я сейчас попробую как-нибудь это сделать на потолок. Вот, просто потолок у меня чисто белый. Вот, да, посмотрим, что будет дальше. Опять ёбнулось, блядь. Так. Ёб, сука. Нет, экран есть, блядь. Верни, бля! Ох, ёбаный в рот. Перезапустили, он как понимаю не гревается и говорит идите в жопу. Вот, но мы сейчас хотим просто посмотреть, что вообще там это все будет. Сделали на потолок. Я сделал на потолок, потому что я думаю, что это лучше. Играем в Angry Birds. Ух, ебать, это виндол, это будет тяжело. И как мне оттянуть? Блять. Ну, бля, это же пиздец, как? Она же... Бля, ну ладно. Это будет примерно... подожди, ну типа надо где-то здесь. Во. Я понял. Понял, как играть. Понял. Надо типа вот здесь зажать. Нет, поближе к нему зажать. Он понимает. Нет, вы не понимаете. Нет, дальше. Бля, ух, нихуя.
Ну, это надо, я думаю, все продумывать, или лучше на телефоне все это делать, потому что это пиздец. Вот он пиздец. Бля, но картинка классная, на белом. На белом очень крутая, просто. Натянуть не могу. Если туда, мне опять не то. Да, тут тяжко. Надо или мышку подключать, или что-нибудь такое. Так, ну ладно, с этим все понятно. Пошли дальше смотреть, что будет. Запустить через телефон, типа как я делаю это со своими всеми телеками. Запустил просто видосик с телефона, но это через пробу. Сейчас я буду пытаться перенести телефон, ну, чтобы он просто показывал изображение без отставания. Ну, это просто. Запустили Call of Duty поиграть. Очень хорошо смотрится, только там бы огромная проблема, отстает. Ну, это потому что не через провод. Я думаю, если делать через провод, то будет лучше. Вот, картинка немножко встает. Ну, это все нормальное явление в телевизорах, если делать. Это просто нужно для того, чтобы или поиграть, или то самое выложить видео, или показать фотки семейные, только на большом огромном экране, чтобы все смотрели. Вот так. В конце концов, если брать такой проект, то ты, можно сказать, тебе берешь себе такой мини-компьютер, который тебе надо что-то показать, типа, людям на большой экран, или презентацию с телефона, или что-то еще. Еще есть Chrome, Google, можно включить как третий или четвертый экран компьютера, и это очень, ну, прям хорошая вещь тем людям, которые занимаются, ну, я думаю, бизнесом или просто для дома даже, он карманный. А еще я забыл вам сказать, что он имеет 4500 заряд. Вот. И, господи, я забыл. 4500 мега. Ладно, пофиг. Вот, и тем самым... Может, тут где-то написано? На моей GoPro-шке. Это был, кстати, читается. Мега... Блин, ладно, проехали. Вот, тем самым 4500 тысяч мега... ампер, во, мега ампер часов. Получается, вам это хватит, ну, если это 4500, но там он получается 3-4 часа. Плюс-минус. Ну, говорят, на 3. Я почитал. Вот, очень такая крутая штука. Можно с ней баловаться, пытаться. Очень порадовало, что в комплекты входит еще какая-то штука. Вот, не знаю что, сейчас буду узнавать. Очень приятно, что входит маленький HDMI провод. Очень приятно. Коробка, все прям классный пульт. Пульт, конечно, воняет какой-то китайской хренью, но не такой прям китайской, а прям... Нормально, только вот недавно собрали его. Вот, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, комментируйте. Это видео я сделал, потому что люди очень много болтают, говорят, типа вот по поводу этих проекторов, а я просто хотел делать видео, чтобы было все понятно. Знаете, типа, как вообще, ну, если его взять себе. Я вот доволен и чувствую, сегодня вечером я буду смотреть киношки, лежа в постели на потолок. И самое главное, чтобы у вас был белый или потолок, или белая стена, и все прям, ну, еще приятно, что есть маленький объективчик, который можно поставить на него, вот. Но он не тяжелый, прям получается как iPhone 11 Pro Max, вот так, плюс-минус, ну, чуть-чуть тяжелее даже. С вами был я, Герман Колобозов. Ставьте лайки, комментируйте. И я надеюсь, я еще ненадолго, я не пропаду надолго. Эх, блядь.